Привет, мы D8 Engineering, и мы создаем умные дома. Да, прям как те из фильмов про будущее, единственное, что наши системы не собираются захватывать человечество. В нашей компании работают профессионалы и просто любители своего дела. И мы считаем несправедливо оставлять их за кадром. Поэтому сегодня мы познакомим вас с нашими сотрудниками и зададим им несколько нелепых и, возможно, интересных вопросов. Ну, с Sonos'ом все просто, характеристик не так много, там, в принципе, характеристика, наверное, одна, то, что это будет классный продукт с классным звуком. По характеристикам у Sonos'а можно узнать, наверное, только об одном продукте, это усилитель амп, то есть у него декларируется выходная мощность, так это 2 по 125 Вт на 8 Ом, так как его можно использовать с акустикой других брендов, но для этого нужно понимать, какая выходная мощность. Ну, в принципе, желательно, потому что звук в конечном итоге – это звуковое давление, которое измеряется в децибелах. Сколько будет децибел в звуке, тоже нужно понимать, потому что мощность связана с децибелами через чувствительность акустики. То есть, в принципе, в итоге, ну, в идеале знать, конечно. То есть, это, ну, такие базовые моменты, как азбука. То есть, можно, в принципе, и без нее, наверное, как-то обойтись. Но лучше знать, тогда, ну, все процессы, они более понятны. Восприятие звука, оно очень субъективно, но все равно есть какие-то величины звукового давления, которые могут характеризовать какую-то громкость. Да, к примеру, там 40 дБ – это такой уровень тишины в офисе. Там 120 дБ – это, ну, очень громкий звук, это там звук взлетающего самолета или там тутти, то есть самое громкое место, там, когда звучит весь оркестр. То есть уже между этими цифрами все остальные уровни громкости. То есть уже понимая, какой уровень громкости в децибелах, ты уже будешь понимать, с какой громкостью это будет звучать. Ну, к примеру, есть, допустим, стандарт THX. Это стандарт, который разработан Джорджем Лукасом для домашних кинотеатров и больших кинотеатров. Там есть много разных стандартов. Вот. И, допустим, один из стандартов – это уровень громкости в точке прослушивания 104 дБ. Вот. То есть, если строить кинотеатр по всем канонам, учитывая этот стандарт, то нужно, чтобы в точке прослушивания, которая находится на определенном расстоянии от акустики, было там звуковое давление 104 дБ. Для этого нужно понимать чувствительность акустики, то есть сколько ей нужно подвести мощности, ну и все остальные моменты, все очень связано. Ну, это началось все как хобби, вот, еще там в возрасте подростка, просто у меня так получилось, что у меня дома всегда звучала музыка, звучала громко, поэтому хочешь не хочешь, просто, ну, внимание на себя привлекало, и аппаратура меня интересовала, ну, отчасти просто как у мальчика, то есть было интересно. Плюс музыка создавала какое-то настроение. Вот. И потом как хобби переросло в учебу. То есть я по образованию инженер-электронщик. Ну, то есть тоже поступал в университет, зная, что специальность нужна какая-то, вот, связанная с аудио-видео направлением, ну, по крайней мере, с электроникой. Вот. Ну и там, как один из курсов, это была тоже аналоговая электроника и акустика. Так что, в принципе, и образование профильное, плюс это как хобби всегда было, то есть я интересовался этой темой, то есть это всегда было интересно, то есть знал эти бренды, которые на рынке, знал там их какую-то историю, какие-то продукты, то есть в чем их фишки, то есть там разница между транзисторными усилителями, ламповыми, между акустикой там, многополосной, широкополосной, то есть, ну, в принципе, как бы, ну, это помогает просто смотреть более широко на какие-то вещи. Бабушке. Ну, я думаю, бабушке проще всего объяснить это на аналогии с транзисторным радиоприемником. Скорее всего, она, ну, понимает, что это такое. Это что-то небольшое, из чего звучит музыка. Просто если раньше это были радиоволны, то сейчас это тоже Bluetooth плюс интернет, либо Bluetooth просто какой-то смартфон, на котором хранится музыка. Для меня? Ну, раньше бы я, наверное, сказал в черном, потому что это классический, но сейчас, ну, может быть, даже и в белом. Или даже Lunar White.
Но я скажу так, с точки зрения максимального качества звука, для меня, как, так сказать, меломана, то есть лучше всего, конечно, это Five. Потому что это самый, как бы, самый лучший, самый полноценный звук, который можно получить, вот если вы меломан. Да, ну я использую Move. То есть я выбрал, у меня как бы площадь небольшая, где я живу, соответственно, то есть, ну, очень легко, я, опять же, то, что я говорил, то есть вы можете взять его с собой, перенести с гостиной в кухню, там из кухни еще куда-то, то есть всегда легко взял и просто перенес. Девять с половиной будет. Но она больше пользуется голосовым управлением, но приложением тоже. Но Sonos интересней, наверное, чем конкуренты с точки зрения, опять же, части интерфейса, то есть софт, приложения, потому что я, в принципе, знаком со всеми системами. Как бы Sonos, наверное, это, ну, наверное, идеально, нельзя сказать, но лучший из их всех. Ну, видно, что они ориентировались на пользователей Apple, и видно, что интерфейс приложения, ну, там, отточенный до мелочей, оно гармонично смотрится и воспринимается довольно-таки логично с точки зрения интерфейса. Вот. Ну, если переходить уже к самой как акустике, то могу сказать, что с точки зрения звука, ну, наверное, не скромно, но реально это лучше, ну, по крайней мере, из того, что я слышал, то есть со всех точек зрения. То есть, ну, огромный плюс Sonos в том, что есть функция TruePlay, которая позволяет вам настроить колонку в то помещение, где вы используете, то есть с теми характеристиками акустическими. То есть, насколько я знаю, никакой другой производитель этого не предлагает. Это очень классная вещь, то есть это, ну, позволяет настроить звук гораздо точнее, чем просто эквалайзер, где есть там высокие и низкие частоты.